Такие прям кроличьи, прям как когда французские бараны. Как раскормленные кошки и коты. Непривычные кролики кушают. Огромные. Лопоухи. Ай, тебе же надо это. Смотри, чтобы он тебя нет, он ничего не сделал с тобой. Он же не кусает. Нет, он может брыкнуть ногами. Ой, я боюсь, он царапается. Нет, он только царапается, если ты его возьмешь. У него же зубы передние большие. Ну, сказали, что не кусается же. Декоративные кролики выбили еще две добавочные. Да. Также данная порода считается настоящими рекордсменами среди остальных. Длина тела у взрослого лося достигает 1 метра. Уши вырастают до 45 сантиметров. Весят они приблизительно 7-8 килограмм. И продолжительность жизни тоже достаточно высокая. 10-15.